Из последних новостей. В Уральске и Ахтубе пошел снег. В автосервисах образовалась длинная очередь за услугой по шиномонтажу. А в Кызылорде пока наступают только первые холода. И это повод задуматься над сменой резины авто. При этом нужно предусмотреть все детали, вплоть до проверки мощности аккумулятора и замены стеклоочистителя. Что еще должен учесть водитель авто? Об этом подробно в нашем следующем материале. Зимой нужно не только заменить шины. По словам мастера с почти 10-летним стажем Ербулата Узакбергенова, прежде всего следует позаботиться о двигателе, основной части автомобиля. У каждой машины свои масла. Например, в этот Мерседес в зимний период можно заливать масло 5 на 40. Антифриз лучше выбирать зеленый или красный. Масло в машине лучше менять каждые 6 тысяч километров. Зимой машина долго заводится, соответственно, срок нагрева будет больше. Кроме того, есть воздушные фильтры, предназначенные для предотвращения попадания пыли снаружи. Их также лучше менять регулярно. Таким образом, водители должны менять моторное масло после 6 тысяч километров пробега. Это, в свою очередь, гарантия того, что автомобиль не заглохнет в пути. Если при более низких температурах моторное масло замерзнет, вам предстоят немалые затраты. Кроме того, важно также проверить печь, регулирующую внутреннюю систему отопления. Радиатор печки, антифриз жақсы болса. Если в радиаторную печь автомобиля своевременно заливается качественный антифриз, внутренности не будет забиваться. Когда заливается плохой антифриз, печь часто забивается и вода начинает нагреваться. Систематическая подготовка транспорта этим не заканчивается. Чтобы автомобиль легко заводился на морозе, необходимо часто заряжать аккумулятор. Стеклоочиститель также выполняет очень важную функцию в дорожно-транспортном движении. Можно без проблем добраться до нужной точки, если своевременно очищать падающий снег. Кроме того, важно не забывать проверять тормозную систему, чтобы избежать заносов на гололеде. Предусмотрительные водители уже сейчас закупились шинами. Кому доход позволяет, обуваются в новые. Кто-то предпочитает прошлогодние. По словам специалистов, различия в цене и качестве колес. Одного комплекта шин хватает на 45-50 тысяч километров. С наступлением холодов кызылординцы уже начали менять резину. Летняя резина более гладкая и предназначена для поездок в жаркую погоду, а зимняя для движения по покрытой снегом и льдом трассе. В зависимости от качества шины стоит от 13 до 100 тысяч тенге. И о главном. С 1 декабря необходимо заменить летнюю резину на зимнюю, иначе налагается штраф в размере 5 МРП. Мария Умарова, Даулет Сагыт, Айбек Каржаубай, Еркебулат Шаукебаев, телеканал Кызылорда.